Представляю вам следующую пятерку участников. Басанский Станислав, Петр Ботель, Михаил Бровкин и Гамлин Никита. А также Елисей Туров. Итак, повторюсь еще раз, приглашаю сюда следующую пятерку самых лютейших райдеров, представляющих дисциплину экстремальный самокат. Басанский Станислав, Петр Ботель, Бровкин Михаил, Никита Гаврин и Елисей Дуров. Итак, друзья, прямо по списку открывает следующую пятерку у нас Станислав Басанский, совсем недавно, который принял участие в фестивале «Прорыв», который там, ох, как хорошо себя показал. Итак, условия примерно похожие, только возможности побольше, и влетел, и вот, так, нафиг, пролетел, на фронт, самокат делает отдельно от себя сальто вперед, а потом он ловит и продолжает, еще раз продолжает этот сальто, вполне можно сделать, так что мы тебя с этим, разумеется, поддержим. Следующий райдер Петр Бондарь получил травму, вывел достаточно долго из строя, но несмотря на это триумфальное возвращение Петра Бондаря. Фронт-флип и больше на вибой, ну, можно сделать, вполне можно, мне кажется, очень можно. Михаил Боровкин. Итак, готов лететь. Уже не то, чтобы готов. Он уже в полете. Так, сколько? Бесчисленное количество випов в разные стороны. Миша просто начал пытался сделать. Останавливая самокат и меняя в обратную сторону вращение его доски. Следующий райдер. Никита. Значит, раз, два, поехали. Никита Гаврин не просто скатывается, прыгивает, чтобы набрать максимальную скорость. Раз, два, флипы. Мне кажется, это исключительная возможность для райдера попробовать все-таки поднять планку экстремального самоката, даже просто прыгать выше собственной головы и переплен от самих себя. И мне так кажется, что даже они сами от себя такого просто не ожидали. Итак, завершающий райдер первой пятерки. Елисей Туров. Так, летит. Ух, чуть мотол, но это ничего не значит. Пробрай первый, второй. Сделал с первой попытки двойное. Двойной приворот самоката вокруг своей оси вперед. Раз, два. И мне кажется, вот так же, как я раз, два сказал, они так же легко ему и дали. Ну что ж, мы возвращаемся в начало списка. Станислав Басанский. Имеет возможность, имеет шансы вылететь. Делает нафиг фронт-скут. Есть! Пробрайчик, есть! Ну, эй! Чуть не хватило осталось, но только чуть-чуть крутить, поймать и увести. Итак, повторюсь, возвращение настолько триумфально, насколько это можно только себе представить. Петр Ботель хочет, планирует, в смысле хочет, он берет и делает. А вы, разумеется, давайте поддержим вот этим, чтобы у него все получилось. Петя пошел! Фронт-лифт, фар, налив! Вот это Петр Бондарь, вот это, вот этого парня я узнаю. Итак, следующий райдер. Неизвестно, какое количество эпох у него получится делать на этот раз. Нам остается только следить внимательно за количеством вращений доски, за которые нужно стоять, а не крутить, но он выбрал другой стезю. Итак, Михаил Бровкин. Уже летит. Так. Ух, випка, чикли, салибы, еще на кикис, еще на парочку и пол. Просто какой-то закон на физике, мне кажется, сейчас очень расстроено, потому что никто им совершенно не следует и их не соблюдает. Итак, Гаврин Никита. Сейчас ветер уляжется, и мы посмотрим, как же все-таки Никита Гаврин перебьет поставленную перед собой задачу. Итак, что же у нас планируется? Непобежденный пока за два бэкфлипа назад. Итак, исключительная возможность прямо сейчас их сделать, Никит. Поехали! Летит первый, второй, и, ну, чуточку осталось, чтобы выйти его выбрать. Ну, прям самую малость, ну, чуточку. Итак, финалист первой пятерки Елисей Туров. Так, Елисей готов к вылету, все, его уже никак не
как там планировалось, мне кажется, еще кое-что, что мы увидим в финальном третьем заезде от тебя, дорогой мой. Итак, как я и обещал, возвращаемся вновь. В финале третий раз, второй раз, в начало списка. Станислав Басанский планирует сделать нечто невероятное. Смотрит отдельно от него, делает сальто вперед. Он его ловит, продолжает вращение, и еще одно сальто вперед отдельно руками. Смотрит, как он будет делать. Осталось только просто посмотреть. Так, сальто вперед есть. Еще один, ну, чуть-чуть не хватило Стаську для того, чтобы он все-таки долетел. Ну, чуточку. Хорошо. Итак, Петр Бодрый, неугомонный Петр Бодрый, совсем недавно, прямо на ваших глазах, сделал сальто вперед на самокате. Сделал при этом, провернул досочку, провернул руль и еще раз повернул досочку. Непонятно, зачем он забрался еще раз сюда. Но мы сейчас с вами, дорогие друзья, и посмотрим. Все. Вот он, летит. Петр. Так, прошли пик на пар. Ладно, что-то там нечто невероятное было. Мне кажется, так чисто попробовал, а вот получится. Ну кто знал -то. Итак, следующий райдер. Михаил Пробкин. Итак, по-прежнему количество эпох у нас остается не доведенным до конца. Мне кажется, предела этого нету. И все благодаря Мише Пробкину, потому что он пределов явно не знает. Видите, что там еще попробовал попытался закрутить, там прокрутить, здесь прокрутить, и почти, конечно же, получилось. Итак, слава Александра Раушкина, завсегдатаю звезды таких больших пролетов, которые сделал совсем недавно прямо на ваших глазах. Двойной старт назад, не дает покоя Никита Гаврина. Итак, Никита Гаврин один на один, двумя, точнее, один против двух, а Никита один, старт два назад, два. Итак, кто же кого? Первый, второй, увез, увез, ай, я думал, ну все уже, тут в кармане, Никита, ну ай-яй-яй. Итак, завершающий раз, второй пятерки, Елисей Артуров. Уже едет, уже летит, уже стремглав несется за то, чтобы возить трюки, раз, два, два, фром роят, двойной сальто вперед, руками держа самокат, он сделал. И вновь мы на этой разгонке видим одну из самых смелых девушек на свете, который нас планирует делать нечто невероятное, но с чем мы вместе поздравляем и поддерживаем. Итак, девушка на велосипеде, огромнейший пролет, на который не каждый мужчина-то и кинется, а она, не моргнув глазом, съезжает и все делает. Итак, смотрим на этот пролет. Итак, вот оно полетело, полетело. Ой, выстреливается, выстреливается. Итак, вы думали это все, а вот...